Хотелось бы всему миру доказать, что столица кондитерского мира у нас. То есть вы дизайнер тортов? Контент сейчас у нас является двигателем продаж. Мы не можем узнать, вкусно их получилось или невкусно. Действительно, мы зарабатываем очень много. У нас никто не вкладывал деньги, на самом Нет? деле. То есть вы 17 лет сели, задались вопросом, как мне дальше жить? Я была голодная и молодая. К сожалению, девочке в Москве нужно много для комфортной жизни. У прошлого поколения есть большой страх поверить, что все может быть по-другому. Чем ты моложе, тем больше ты можешь учуять вот эти моменты, которые могут принести тебе успех. Если бы мы тогда в это поверили и не попробовали, я бы не сидела здесь. А вы себя больше кем ощущаете? Больше бизнесменом или больше звездой? Я не ощущаю себя звездой. Это абсолютно точно, потому что я знаю людей, которые более популярны, более медийные, чем я. И я даже не могу про них сказать, что они звезда. Звезда для меня, наверное, это Филипп Киркоров, которого знают вообще все. И вот он держит вот этот имидж. Я себя ощущаю, наверное, в первую очередь кондитером, у которого есть также какое-то предпринимательское, может быть, мышление, что помогает ему очень сильно продвигаться. Вот. Но, наверное, предпринимателем я перестала себя называть года полтора уже. Почему? Не знаю, просто очень большая ответственность, когда ты так говоришь, мне кажется, на тебя складывается. Я понимаю, что я очень много делаю как предприниматель. То есть, наверное, здесь 50 на 50. 50% — это предпринимательская деятельность, 50% — это кондитерская. Но лучше, когда ты с людьми общаешься, говоришь, что ты кондитер, потому что меньше спроса потом за это. Потому что когда ты как бы в 23 года говоришь, что ты предприниматель, для меня предприниматель там, не знаю, Герман Греф, например. А это, ну, как-то слишком гордо звучит в мою сторону, если честно. А что такое все-таки предприниматель? Опишите. Это человек, который делает что? Бизнес. Занимается развитием компании своей. А вы что делаете? Просто кто такой кондитер? Это тот, кто печет тортики. Но если ты на начальном этапе этого, я не уверена, что ты можешь там гордо говорить, что ты везде кондитер. То же самое с предпринимательством. То есть вы начинающий предприниматель? Я думаю, что да. Вы много сейчас руками печете? Или у вас в основном вы занимаетесь управлением компанией или вот развитием компании? 50 на 50, наверное. Хотя нет, больше, наверное, все-таки я пеку. И я занимаюсь не управлением, а именно созданием курсов, планированием тем, какой это курс будет, анализом, какой курс нужен и так далее, управлением своей командой в плане именно съемок, в плане контента, потому что контент сейчас у нас является двигателем продаж, а в плане управления именно людьми, продажами и так далее, здесь занимается у нас директор, вот, который именно имеет больше опыта, чем я в этой сфере, скажем так. То есть я бы не смогла, наверное, полностью управлять и всей компанией, операционной деятельностью, и при этом быть творческим человеком, заниматься творческой частью. Почему? Слушайте, вам вот 20 с чем-то лет, 23. Да? 23 года. Вы построили бизнес, вы приехали в Москву, вы стали известны. Угу. Почему вы про себя так говорите, что вы не смогли бы управлять? Вам это кто-то сказал? Нет, я просто объективно, на самом деле, на это смотрю. То есть я понимаю, что я бы могла, наверное, изучать работу с людьми, изучать продажи и так далее. Я знаю это до определенной степени, потому что когда мы только создавали нашу онлайн-школу, я ее создавала полностью сама, и я сама принимала заявки, обрабатывала, я сама делала рекламу и так далее и тому подобное. Но потом я поняла, что если ты хочешь развиваться, нужно привлекать людей. Если ты привлекаешь людей, нужно уметь ими управлять. Я не умела управлять, мне тогда было 19 лет, у меня нет образования высшего, тем более в плане управления. И
я бы могла сейчас окунуться в тему управления и в тему того, как выстраивать компанию стратегически, там, полностью контролировать, как у нас все продается и так далее. Но у меня есть люди, которым я это доверяю, и у которых гораздо больше опыта, чем у меня. И я понимаю, что если я буду разбираться там, то то, что могу делать только я, никто не сделает. А именно это контент, именно это те самые сложные торты, именно это понимание, как мы нашу компанию двигаем в социальных сетях. Это TikTok, это Instagram, и это, дай бог, YouTube в дальнейшем. То есть вы занимаетесь в основном контентом? В основном, да. Угу. Ну и стратегически выстраиваем, куда мы дальше идем. Это контент, это продукт, часть продукта, то есть мы продаем курсы. И это все уже на мне, по большей части. Ну, давайте для тех, кто вас еще не знает, да. Хотя, мне кажется, таких больше нету, расскажем, с чего все началось, почему торты и каким образом от тортов вы пришли к контенту. Началось с того, что мне просто очень нравилось печь торты. В 15 лет, 16 лет я начинала это делать в школе. И в 17 лет, когда я закончила школу, даже чуть пораньше, я начала их продавать на заказ. И на тот момент я начала зарабатывать примерно как мой папа, там, в 40 с чем-то лет. И я понимала, ну, всегда почему-то, я не знаю, почему хотелось зарабатывать собственные деньги, хотелось базовые потребности покушать, одеться там и так далее хорошо, потому что я из семьи очень средней, из очень маленького города. Кто ваши родители? Папа работал на летной базе в институте авиации. Сейчас он сменил работу. Я, если честно, не помню сейчас, где он конкретно работает. Мама всегда была менеджером очень среднего звена. И, ну, например, ее там заработная плата не была больше 15 тысяч рублей никогда. Вот. Ну, то есть базовая семья, город 100 тысяч человек, население. И хотелось жить получше. И хотелось родителям дать получше жизни, себе дать получше жизни. И, наверное, цеплялась за любую возможность. Не было у меня четкого плана, что торты мне начнут приносить деньги какие-то. Я поняла, что приносят чуть-чуть, осталось, пыталась это развить. Потом еще чуть-чуть, потом пыталась в этой сфере уже отталкиваться от тех моментов, как заработать больше. Вот. И потом я начала вести мастер-классы, я начала делать торты на заказ зарабатывать, я начала вести мастер-классы живые зарабатывать. И потом, тогда еще это не было очень популярно, тогда только зарождалась история со всеми онлайн-школами, я начала изучать эту тему в других направлениях и попробовала запустить уже свой проект в онлайне. И за полгода мы очень сильно выросли. То есть это было сразу взрыв такой. Тогда просто не было конкуренции, тогда было это очень в новинку. И действительно за полгода, там, с того, что у меня не было ничего, я стала уже как бы успешной в глазах своих сверстников. Очень успешной, наверное. Я правильно понимаю, что торты не приносили такой большой прибыли? Ну, все-таки это ручной труд, это долго, это нудно. Я вот смотрела на ваши тортики, они такие прям ровненькие. Я не представляю, как это можно сделать, правда. Для меня это какое-то волшебство. Я могу сказать, что у меня в кондитерской сфере самая большая онлайн-школа, самое большое количество учеников именно. А я не буду говорить, что там столько же можно заработать на тортах, да, потому что действительно мы зарабатываем очень много. Но на тортах также, если мы сравниваем там с обычной работой, да, с базовой зарплатой по стране, то на тортах тоже можно очень хорошо зарабатывать. И поэтому все этим интересуются, поэтому все сюда идут, и поэтому все идут в первую очередь учиться. Но вы продолжаете еще печь что-то на заказ? На данный момент нет. На данный момент нет. Мы делали это в Москве, но сейчас мы сделали паузу, потому что не хватает людей, не хватает помещения нам. И сейчас я опять же понимаю, что лучше я свой ресурс временной, денежный и человеческий отдам в контент, создание контента и создание курсов, проработку каких-то десертов, проработку новых начинок и так далее, чем мы будем делать на заказ. Потому что на заказ ты сделал один раз, и как бы все. Ну, ты можешь это сфотографировать. Вам, я так понимаю, из вашего рассказа больше всего выручки приносит именно онлайн-школа. Да. А сколько? Можно я вас цифры немножко помучаю? Вы в 2018 году рассказывали РБК, что бизнес приносит 8 миллионов рублей выручки в месяц и 2,5 миллиона рублей прибыли. Сколько сейчас?
За 2020 год оборот был 120 миллионов рублей, по-моему. В год? А, да. За То есть 10 месяцев? Да, да. И в среднем доходность от 30 до 40%. Это то, что я забираю себе. Вот. Самое большое было 7 миллионов рублей за месяц, кажется. Вот. А бизнес вам принадлежит целиком? Да. Подожди, у вас есть партнер, который в деньги вкладывал? Он что? У нас никто не вкладывал деньги, на самом Нет? деле. Ну, то есть... Так, рассказывайте, как вы без денег сделали такой бизнес? Да, я понимаю, потому что в этом плане меньше всего верят, потому что у меня еще есть, конечно же, мои старые знакомые, которые остались в том городе и которые больше всего удивляются там тому, что мои ровесники только закончили университет, а у меня уже есть там компания и так далее. И самый большой вопрос у них про то, что меня кто-то проинвестировал и так далее. Я понимаю, что, наверное, в это немножко сложно вериться, но если посмотреть объективно, мы вкладывали 130 тысяч рублей примерно в начале проекта. 100 тысяч рублей — это я накопила за свою работу там где-то за несколько месяцев, чтобы снять курс. Я сняла этот курс, это вот именно производство контента. А тогда это стоило 100 тысяч рублей, сейчас это стоит дороже, к сожалению. И 30 тысяч рублей — это было то, что вложено в рекламу первоначальную. И дальше это была моя база из 15 тысяч человек, подписчиков в Инстаграме. И дальше с того, что мы продавали, мы уже вкладывали обратно. Расскажите, где вы торты научились делать? Сами? Вас кто-нибудь учил? Изначально, когда я начинала это делать в 15-16 лет, я училась, естественно, сама. А потом, когда я уже начала делать торты на заказ, мне было 17, я начала зарабатывать, и я начала проходить краткосрочные курсы с преподавателями, которые к нам приезжали в город Новосибирск. У меня не было возможности тогда выезжать. Больше, наверное, все-таки изучала самостоятельно, потому что огромное количество информации уже тогда было в интернете. Тесты, путь проб и ошибок вот таким образом. Дальше уже, когда я еще начала зарабатывать, начала ездить в Москву на обучение, уже там на какие-то курсы по 2 недели и так далее. А есть профессиональные курсы кондитера? Да, конечно. Есть техникумы, но, если честно, возможно, не знаю, насколько, конечно, правильно так говорить, но со всеми, с 99% людей, которые учились в кулинарных техникумах и кондитерских техникумах, они говорят о том, что на краткосрочных мастер-классах они берут больше, чем за большое количество обучения, потому что информация немножко устаревшая уже там. Техникумы настроены на какие-то производства, наверное, кондитерские больше, где все делается по определенным стандартам. А сейчас даже домашний кондитер в каком-то маленьком городе гораздо дальше уже ушел сам своими изучениями. Изучением иностранных работ, через интернет, через Инстаграм. Мы смотрим, что делают на Западе, мы стараемся делать еще лучше и так далее. И здесь техникумы, ну, не совсем, скажем так, помогают в этом плане. Ну да, есть же какие-то западные школы именитые. Есть западные школы, да. Я думаю, что... Я еще не ездила туда учиться, но я думаю, что в ближайшие... Я собиралась это сделать в том году, но по понятным причинам не совсем это получилось. Кондитеры делятся на две основные категории. У кого-то получается это совмещать, у кого-то не получается. Первая категория — это те кондитеры, которые изучают процессы, технологии, как работает глютен, как работают белок, яйца, сливки и так далее, как это все правильно делается. Это выпечка, это технологии. В общем, именно смотрят внутрь десерта и разбираются в химических процессах. Есть вторая часть кондитеров, это те, кто больше отвечает за дизайн. Я не могу сказать, что в дизайне тоже нет химических процессов, потому что вы не можете просто взять шоколадку, растопить ее и придать ей нужную форму. Ее нужно темперировать, это тоже все процесс, который нужно знать, который нужно изучать. И я понимаю, что я больше по второй части, по части дизайна.
У нас, к счастью, есть в команде технологи-кондитеры, которые, если мы разрабатываем какой-то курс, где нужна именно первая часть, они помогают, именно те люди, которые получали технологическое образование. Все, что в плане дизайна, мне больше интересно вот это. То есть вы дизайнер тортов? Наверное, да. Можно так сказать. А сколько у вас кондитеров работает? У меня в студии работает 3 человека. И также у нас есть на удаленке девочки, которые работают кураторами. И плюс Новосибирск еще команда, которая там тоже снимает некоторые курсы. Вот. Ну, в общей сложности, наверное, кондитеров 10 у нас есть. Но не все они работают прямо на постоянной основе в цеху. В цеху работает вот моя команда 3 человека. И мы отвечаем сейчас за съемки курсов. Иногда к нам кто-то приезжает из технологов, и мы вместе это делаем, прорабатываем, как командировку приезжают, и за съемки контента. Вы учились в бизнес-молодости? Ну да, у нас был такой опыт. Расскажите про это. Я не могу сказать, что сейчас я считаю, что это было какое-то гениальное обучение, если честно, потому что со временем я повзрослела, посмотрела на многие вещи там другим взглядом и поняла, что совсем не все они делали правильно, и совсем не всему нужно было верить, что говорилось там. Иди в риск, иди туда, где ты еще не была. Когда будет захотеться надавить на педаль тормоза, дави на педаль газа. Делай это громче, делай это мощнее, не бойся сорвать голос. 3, 4, поехали! Я не говорю про то, что это там какая-то секта, и нужно было кому-то поклоняться и так далее. Я говорю проверить в плане, когда они объясняли, как правильно мыслить, что правильно делать, как правильно поступать, как неправильно. Нужно все-таки приходить к этому с опытом. Но мне было мало лет. Я познакомилась вообще с этой историей, когда мне было 17 лет. И потом, когда уже бизнес начал развиваться, я снова продолжила общаться с сообществом данным. И в нем, скажем так, вертеться отчасти. То есть я ходила на какое-то обучение, я ездила на какие-то мероприятия и так далее. Для меня, наверное, очень последней каплей, можно было так сказать, очень важным таким моментом было то, что я поняла, что меня немножко используют. И я это чувствовала не только от бизнес-молодости, а от других проектов, от другого проекта, не буду, наверное, называть их название, потому что я понимала, что свой проект я не создала на их обучении. Да, наверное, это обучение в любом случае повлияло на мое мышление 100%, но это не было так, что я пришла к ним на программу, и у меня все выстрелило, и я начала работать, и у меня там попер бизнес. Такого не было. И немножко с их стороны я видела, как будто они это выставляют вот таким образом. Как будто они пытаются во все рекламы засунуть мое лицо, где я там говорю, что вот я в этом сообществе и так далее. И меня это начало немножко напрягать, потому что это не совсем экологично. Я понимаю, что если у меня есть какие-то ученики, которые добились крутых результатов, я скажу про них, и я скажу, вот, посмотрите, он такой молодец, он у меня учился. Вот куда он пришел. Ну, еще он учился там-то, 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 но я не буду делать на них трафик того, что, посмотрите, он прошел у меня обучение, и теперь он там шеф в одной из крутых кондитерских в Москве. Что они на вас делают трафик вообще? Я не знаю, но мне показалось на тот момент так. А чему там вообще учили? И как вы туда попали, главное, в 17 лет? Через интернет, на самом деле. То есть я смотрела видеоролики. То есть вы 17 лет сели, задались вопросом, как мне дальше жить, потому что жить вот на эти 15 тысяч или сколько там, в принципе, тут невозможно. Я думаю, что я просто сидела на YouTube и случайно наткнулась на какой-то ролик. Я думаю, что все равно очень большой вклад был внесен в мое дальнейшее мировоззрение и так далее, в мою дальнейшую жизнь. Я не знаю, если бы не было их, как через сколько лет я бы пришла к этому сама. Может быть, они вообще никак не повлияли. Может быть, я бы до сих пор была в Бердске. Мы не можем сейчас говорить. А просто они показали подробный пример, что можно делать бизнес. И можно что-то продавать легко и при этом зарабатывать. Потому что когда ты сидишь в маленьком городе и вокруг все зарабатывают 15 тысяч рублей, и люди не понимают, что можно вообще как-то по-другому жить и так далее, и когда ты говоришь о другой жизни, на тебя косо смотрят,
Это странно. Сейчас, наверное, это воспринимается легче. То есть сейчас мне 23, прошло 5 лет, получается. Сейчас это воспринимается легче, потому что у нас есть большое количество там блогеров или еще кого-то, которые транслируют то, что ты можешь быть молодым и обеспеченным, и ты можешь самостоятельно зарабатывать деньги. Тогда этого не было. И тогда действительно для меня было каким-то открытием, что чтобы быть там крутым предпринимателем, тебе не нужно дожидаться, пока тебе будет 40-50 лет. Ты можешь в молодом возрасте сделать что-то классное. Вот. И я думаю, что это было двигателем в том плане. А бизнес-молодость сыграла какую-то роль в том, что вы бросили университет? Нет. Сами решили? Я бросила университет через 2 недели после того, как я там начала учиться. Конечно, я это выбрала сама. Вы не жалеете? Нет. Почему я бросила университет? Я туда начала ходить, и я понимала, что мне неинтересно. Не потому, что вот там какие-то неинтересные вещи рассказывают, а потому что мне казалось, что это очень расплывчато, и я не знаю, как конкретно эти знания мне применить прямо сейчас, чтобы начать зарабатывать деньги. Потому что, опять же, хотела зарабатывать. Не конкретно, да, там 17-18 лет. То есть у вас прямо вот эта мысль сидела? Ну, конечно, я была голодная и молодая. В любом случае, мне хотелось реализовываться. И я понимала, что я сейчас заканчиваю университет, это 4 года. Я сейчас, может быть, там заканчиваю магистратуру, это еще 2 года. Я не понимаю, где я буду работать и так далее. Я выхожу, у меня нет опыта. Что я буду делать? Я не знаю. Я делала торты, я уже зарабатывала тогда на тортах. И я понимала, что вот за те там 8 часов времени, которые я сижу в университете, я слушаю там какие-то лекции, это, наверное, очень интересные лекции, но... Когда ты уже каким-то образом, может быть, состоялся, и ты хочешь духовного развития, узнать там про философию и так далее, там что-то начать выяснять. А когда у тебя ничего нет, когда ты понимаешь, что у тебя, не знаю, ты не можешь квартиру снимать себе, ты не можешь родителям как-то помогать, и в такие моменты думать о философии и каких-то там науках немножко тяжело. А здесь есть как бы торты, и ты можешь на этом сразу заработать деньги. Ты делаешь выбор. У вас есть какой-нибудь план, может быть, дальше пойти куда-нибудь учиться? Заняться той же самой философией, если есть такой интерес? Сейчас я хочу, чтобы все направления, которые я обучалась, были связаны с моими какими-то глобальными целями. Это, так, глобальные цели, расскажите. Это маркетинг и управление. Я бы продолжила это изучать, конечно, потому что я считаю сейчас себя маркетологом отчасти в компании очень сильным. То есть я именно в плане маркетинга я могу сказать, что я заведую вот этой историей. Далее, конечно, это кондитерская тематика в любом случае, потому что это все растет, это развивается. И если я хочу быть преподавателем, а я хочу быть преподавателем, мне это интересно, то мне нужно изучать это дальше. И, наверное, все. Психология, возможно, потому что психология, общение с людьми — это тоже очень интересно. Как зарабатывать и делать просмотры на YouTube, Инстаграме, ТикТоке? На YouTube? Расскажите нам какие-нибудь секреты. На YouTube понятия не имею, если честно, потому что... Ну, условно. Не могу сказать, да, о том, что я считаю себя классным ютубером. Что касается Инстаграма, ТикТока и так далее. Я снимала контент 4 года. И все это время я изучала какие-то определенные моменты. Что работает, что не работает. Как надо снимать, как не надо. Как надо монтировать, как не надо. Сейчас до сих пор все ролики в Инстаграм, в ТикТок я снимаю самостоятельно, самостоятельно их монтирую. Никому не могу это доверить, потому что мне кажется, что у меня есть там четкое понимание, как это должно выглядеть. Сколько должен там секунд длиться кадр, как он должен меняться, какие кадры нужно вставлять, какие кадры не нужно вставлять. Я могу сказать только одно, это опыт. Возможно, это можно описать в очень-очень большом материале, как это научиться все понимать и чувствовать. В двух словах сложно. Опыт, понимание, смотреть на аудиторию, что ей нравится, что ей не нравится. Я делаю это анализом уже своих каких-то работ. Я, например, понимаю, что нравятся очень большие торты.
Даже если они с каким-то простым декором, но если торт очень большой, он будет залайканный 100%. Интересно. Да. Вы много тратите на рекламу, на продвижение в соцсетях? Много. Сейчас бюджет 3 миллиона рублей. От 3 до 4, наверное, вот так примерно. Наверное, сейчас чуть поменьше у нас стало. У нас было вот осень, зима, мы тратили очень много. Мы тратили на блогеров очень много. Возможно, люди, которые смотрят интервью, видели рекламу у разных блогеров. Вот. А сейчас чуть поменьше, потому что уже появилась больше аудитория, которая сама на нас работает. То есть тогда у меня не было 1 200 000 подписчиков. Тогда было меньше. Это в Инстаграме у вас? Да, да. Сейчас уже попроще, потому что есть аудитория, которая, ну, уже тебя знает, и ты можешь выложить сторис и заработать деньги с нее без денег на рекламу вообще. А что самое эффективное? Блогеры или что? Или прямая реклама? Эффективно все, что угодно, если человек, переходя на вас, понимает суть. Если полистать мой Инстаграм 2 года назад, он был гораздо менее привлекательным, он и визуально, и в плане сути, то есть это были какие-то фотографии, какие-то рецепты, еще что-то. Тогда с тем же бюджетом на рекламу мы бы не купили бы, наверное, ее. Другое дело, когда у тебя есть классный контент, который привлекает внимание и который хочется показать другим людям, который хочется сохранить, пересмотреть там что-то. Еще мне нравится, что очень многие люди говорят, что даже если ты не готовишь, ты смотришь видео, как я готовлю или кто-то другой готовит, и тебе хочется попробовать. То есть создается такой триггер какой-то. Если в этом плане все круто, то любая реклама будет эффективной. Человек, откуда бы вас ни узнал, он увидит это и подпишется, дальше сохранит, и вы будете уже постоянно мелькать перед глазами. То есть сейчас в ТикТоке, например, по последней статистике, я выкладываю одно видео, проходит 3 дня, на меня подписывается 40 тысяч человек. Там нет рекламы вообще никакой. То есть это все органика. А сколько вам стоит один слушатель, вы считали, курсов? Слушать ученик? Да. Я думаю, что... Но это же все нужно для того, чтобы привлекать, правильно, да, понимаю, привлекать слушателей на курсы. Да, я думаю, процентов 10, по-моему. То есть средний чек у нас 10 тысяч рублей. Вот. Тысячу рублей вам обходится примерно, один, да, слушатель. Сколько же у вас слушателей в месяц? 1,5-2 тысячи сейчас. И 3 миллиона бюджет рекламный в месяц. У меня плохо с цифрами. Сколько получается? Ну, 3 миллиона поделить на 2 тысячи, это получается 1500. Ну вот, ну 15%, примерно, чуть побольше, чем я сказала. Я почитала отзывы на вашу школу. Так. Сейчас будет неприятный вопрос. Знаете, какой самый негативный отзыв? Получается невкусно. Грустно, если честно. Можете так что-то сказать? Ну, я удивлена, на самом деле. Смотрите, возможно, есть такие отзывы. Я знаю, что не все отзывы красочные, потому что у нас учатся 1,5-2 тысячи человек в месяц. У тебя в любом случае не будут все довольны и не будут все счастливы. Будет какой-то процент. Мы 100% работаем над тем, чтобы было минимальное количество людей, которые остались чем-то недовольны. В плане вкусно или невкусно, я, конечно, могу сказать, что это все вкусовщина и так далее. То, что одному может быть вкусно, другому невкусно, это действительно так. Но есть разные моменты. Мы не знаем человека, который так написал. Мы не знаем, из каких продуктов он готовил, как он приготовил и так далее. Я вижу негативные отзывы в том числе. Я вижу, что кому-то не нравится на вкус, у кого-то не получается даже по самому подробному видеоуроку и так далее. Такое есть. Меня это очень сильно печалит. Но тем не менее, я также знаю, что я готовила эти торты, я пробовала их на вкус. Есть огромное количество людей с положительными отзывами, которые приходят мне каждый день в директ и которые пишут, что это мой любимый торт, это торт самый популярный у меня на заказах, это еще что-то, это очень вкусно и так далее и тому подобное. Я делаю торты, я приношу их своим близким людям и не очень близким.
Надо было вам принести, кстати, не что-то. Не надо. Я не ем сладкого. Самостоятельно. Которые говорят, что это очень вкусно, и я вижу по выражению их лиц, то, что это не лесть. Я как раз хотела вас спросить, а как же вот узнать, вкусный ли торт по онлайн, через онлайн-курс? Наверное, никак, если честно. А здесь очень важный момент такой, что как нам сдают домашнее задание наши ученицы. Мы не можем узнать, вкусно у них получилось или невкусно, но мы точно знаем, что если они все сделали по рецепту, и если по картинке у них ничего не вытекает, ничего не съехало, крем там не растекся, крем не свернулся, это все видно внешне очень хорошо, и плюс они сделали по нашей рецептуре из тех продуктов, которые мы им сказали, то это 100% будет вкусно, потому что вкусно получилось у нас. А когда ты покупаешь курс или покупаешь рецепт, как ты можешь узнать? Никак на самом деле. Единственный вариант – это попробовать что-то из рецептов этого кондитера и решить уже для себя, нравится тебе это или не нравится. Это же еда. Это еда, да. Еда должна быть вкусной. В кондитерке, на самом деле, наверное, это проще сделать, потому что все точно по граммам. Ты не скажешь, добавьте специи по вкусу, ты не скажешь, добавьте соли по вкусу. Есть четкая граммовка. Я не могу знать, человек, который это готовил, все ли у него получилось действительно так, как я ему сказала. Я не могу знать, взял он хороший шоколад или он взял воздушный, который у него, плохая реклама сейчас давала, который у него потом свернулся и ничего в итоге не получилось. Я не знаю, он взял масло или маргарин, какое масло он взял и так далее. А кто ваши конкуренты, вы знаете? Знаю, что они есть. Я вижу, как это идет копирование просто нашей модели. Когда твою модель очень нагло копируют, вплоть до того, что стены оформляют задние, как у меня, на фоне съемок. Ну, то есть снимают Инстаграм, и там стена, как у меня, которую мы там делали с дизайнером. Я понимаю, что это не случайно так получилось. Когда снимают точно такие же видео, с таким же ракурсом, ну, меня это немножко веселит, если честно. Я не злюсь, ничего. Ну, как бы это прикольно. Значит, я делаю что-то, наверное, классное, раз так копируют. Но как бы следить за такими людьми, я не знаю. Я примерно понимаю их показатели и понимаю, что они меньше, чем наши. Как вы видите свой бизнес через 10 лет? Куда вы хотите идти? Помечтаем. Угу. Мы уже начинаем продавать за границу, и очень хорошо идет. Мы даже не могли предположить, что будет так хорошо идти, потому что там такого нет. И там нет таких цен, как у нас, несмотря на то, что мы туда продаем дороже, чем здесь. Там в 1,5-2 раза, когда люди видят цену, они не верят, говорят, что мы на самом деле там какие-то мошенники, что не может быть так дешево. Ну, потом проходит все нормально. Вот. И очень хороший фидбэк, и очень хотят люди развиваться, потому что там не развита эта сфера так сильно, как в России. Потому что у нас очень большое количество женщин, которые просто сидят дома, хотят развиваться, у нас все рукодельные, они хотят там что-то делать самостоятельно, там готовить и так далее. Поэтому у нас это так выстреливает. Там, возможно, из-за этого будут сложности какие-то в продажах, но тем не менее, для них там просто сделать торт – это уже какой-то восторг нереальный, и они там очень сильно этого хотят. Вот. А поэтому я думаю, что это что-то связано с международным бизнесом. Я не думаю, что это будут онлайн-курсы, только онлайн-курсы в течение 10 лет. А есть мысли в плане того, чтобы сделать какие-то, возможно, кондитерские по всему миру. Это было бы очень здорово. То есть я когда это представляю, я думаю, это классно. А международное обучение. Возможно, какая-то школа, куда будут люди приезжать и учиться именно очно. Хотя я не знаю, возможно, общее очное образование будет уходить полностью. И будет там единица очного образования. Возможно, мы в определенный момент поймем, что оно нам и не надо. Вот. А в такие сферы. Вообще у меня есть глобальные такая идея, которая не совсем связана с нашей компанией. Есть такой стереотип в мире, что столица кондитерского мира — это Франция. Я, во-первых, уже считаю, что это не совсем так. Во-вторых, мне хотелось бы всему миру доказать, или чтобы весь мир думал, что столица кондитерского мира у нас. Потому что даже сейчас очень многие там просто
домохозяйка или женщина даже, которая работает на основной работе, она делает там пирожные, макарон гораздо красивее внешне, чем делают в лучших кондитерских Франции, потому что там очень сильно экономят время, энергию и так далее, потому что все очень дорого, и люди не любят заморачиваться. И то, что у нас бы пошло в брак, потому что это недостаточно красиво, там абсолютно спокойно вставляется на витрины. И у нас, из-за того, что, наверное, у людей больше времени свободного, или они хотят куда-то чего-то добиться больше, то есть мотивации больше, чем там, у нас очень люди старательные, и они любят прям мельчайшие детали даже изучать, и чтобы все выглядело идеально. Если вы посмотрите, то действительно это так. То есть у нас есть кондитеры, вот идеальное выравнивание. Вы не увидите на Западе нигде вот такого выравнивания. Никто так торты не делает супер ровно. В Америке вообще мы видим вот такие бисквиты, вот такое количество масляного крема, которые, ну, вот, да, мы, если про вкус будем говорить, здесь, конечно, не буду комментировать. И просто, да, там что-то красивое. У нас люди заморачиваются. У нас, может быть, еще из-за того, что конкуренция большая, все пытаются сделать еще круче, и это растет нереальными темпами. И уже если вы сейчас посмотрите какие-то иностранные паблики, вы увидите большую часть там русских девушек и парней. Ну, парней в меньшей части, конечно, просто не хочется про них как-то забывать, они тоже круто работают. Вы все время говорите про внешнюю красоту. А можно пожертвовать вкусом ради красоты? Если мы говорим про визуальную составляющую, то да, если мы говорим про фото. Но если мы говорим именно про торт, который идет на мероприятие, то мы не можем уже с этим никак делать. Я просто говорю как человек, который делает контент, да. Естественно, когда я делаю торт только для съемки, который никуда не идет, я не буду очень сильно заморачиваться над вкусом. Я его сделаю базовым внутри. Я сделаю его из базовых бисквитов, из базового крема. Он будет вкусным, он будет съедобным, но я не буду там делать какие-то с бобами тонко, знаете, начинки многослойные, потому что это остается вот так. Если мы говорим именно про обучение начинкам, здесь нет вопросов. Если мы говорим про мероприятия, здесь нет вопросов. А что вы делаете с тортом, который вы делаете только для съемок? Откровение. Очень часто мне задают этот вопрос. Есть три варианта дальнейших действий. Первый, мы его съедаем, если торт какой-то простой, небольшого размера и так далее. Второй вариант – это я его кому-то отвожу. Это мои друзья, мои знакомые и так далее. Съедают там замечательно. Третий вариант. Возможно, сейчас что-нибудь мне напишут плохое в комментариях, что так нельзя делать, но тем в комментариях не менее в любом случае что-нибудь плохое напишут, да, не обращайте внимания. Хорошо. Вы же знаете, вы же опытный. Да, я опытный в плане комментариев. Очень часто происходит такая история, что над дизайном мы работаем очень долго. Потому что все дизайны, которые вы видите в Инстаграме, мы их делаем первый раз. Либо второй, если первый у нас совсем не получился. То есть нет такого, что мы на пятый раз делаем что-то одно и то же. И поэтому, пока мы это делаем, торт приходит в негодность. Мы его не можем никуда использовать, не съесть самостоятельно, никому-то отдать. Это то же самое, почему меня спрашивают, там, то, что я не отдаю там, в детские дома торты, которые я делаю и так далее. Потому что очень часто, когда ты делаешь торт, из-за того, что ты много тратишь на него времени, потому что первый раз это для тебя, ты не знаешь, что, как у тебя будет зафиксировано, ты не знаешь, успеешь ты или нет, но как бы ему остается жить не так долго, потому что это начинка, 72 часа ты можешь там от начала до конца потратить. И как бы если я уже не первой свежести торт везу куда-то и не могу нести ответственность за то, что его съедят в ближайшие 12 часов, да, в отличие от моих друзей, я проконтролирую то, что я не растянут это на неделю, чтобы потом не было ко мне вопросов. Я считаю, что это неправильно. А часто у вас так долго происходят съемки? Если вы посмотрите мой Инстаграм, вы увидите, что какие-то торты там максимально простые, то есть просто собрали торт, что-то туда приклеили, готово. Это мы можем снять за день. Есть какие-то сложные торты. Вот у нас, например, был не совсем торт, это больше шоколадная скульптура была. Мы пытались сделать торт в виде колеса обозрения. У нас не получилось. Мы потратили на него недели три, наверное. Вот. Но там ничего не было такого, что может пропасть, потому что это был шоколад, но тем не менее, да. Ну, потому что не получалось. В итоге мы его так и не сделали, у нас так и не получилось. Если ну, давайте вот откроем какой-нибудь. Комод вы там увидите первым.
Комод, да. Комод на самом деле сделали совершенно достаточно быстро, и мы его съели сразу же после съемок. Вот это такой вариант, потому что мы сделали свежую начинку, тут же ее залили, сняли, вот, тут же комод. Ее съели, да. Он у нас достаточно быстро получился, за пару дней мы его сделали. Ну и плюс он шоколадный, мы, кстати, достали всю начинку оттуда, и он у нас остался стоять. А вот, вы просто красивый. Съели начинку? Да. Так, вот такой вот есть с шариками. Тоже пару дней, на самом деле, ушло на него. Угу. То есть он пошел в итоге в помойку? Нет, пара дней – это не срок. Через пару дней ты можешь съесть, учитывая то, что он такой маленький, да, он небольшой. А вот если вы увидите какие-то большие торты, скорее всего, да. Потому что их и съесть физически сложновато. Сейчас давайте поищем какой-нибудь большой торт. А, вот этот прекрасный торт с сердцами, да? Этот выбросили? Ну, здесь нереально было его съесть, конечно, просто. Что, ну, жалко. Ну, жалко, да. Мне тоже жалко всегда. Поэтому они у нас еще стоят, знаете, пару дней, вот чтобы прям все налюбовались. И только потом набираемся смелости. Вот. Ну, просто это не скульптура никакая. Нужно это понимать, что если даже мы там оставляем на память, это пищевой продукт, это плесень и так далее. И если ты сразу как бы не выбросишь торт, то все. Ну и плюс, когда мы делаем такие торты, мы их делаем именно показать идею декора. Здесь нет идеи показать начинки. То есть получается, это искусство ради искусства? Что тоже имеет право на существование? Почему? Если вы делаете торт два дня, да, повторите его, тоже два дня займет? Нет. Нет? Мы же делаем первый раз. Ну здесь ключевой момент в том, что у нас не все получается с первого раза. И про то, что я не могу сказать, что мы очень сильно торопимся. Если это торт на заказ, естественно, мы все подготовим заранее, и, естественно, мы сделаем это в минимальные сроки, чтобы торт свежий пошел на туда-то. И на обучении, когда я учу, например, даже курс по декору, я учу именно тому, как это распределять грамотно время, чтобы у вас торт оставался свежий. Просто, чтобы тебе выпустить курс по обучению, тебе нужно сначала это сделать. И тебе нужно сначала это отработать хорошо. А вот когда идет речь об отработке именно декора, здесь как бы, ну, быстро уже не получается. И ты понимаешь, что ты готов пожертвовать там самим тортом в пользу того, чтобы сделать классный декор на нем. Сколько времени вы тратите вообще на работу, на бизнес свой в день? Я работаю сейчас 5 дней в неделю. В среднем, наверное, по 8 часов. То есть я приезжаю на работу, может, поменьше даже, я приезжаю на работу, мы что-то готовим в основном, если это не связано, там, если это не вебинар, если это не какой-то съемки курсов и так далее, если мы говорим про базовую такую жизнь. Мы что-то отрабатываем на работе, возможно, что-то снимаем, дальше я это приезжаю домой, монтирую, либо выкладываю, либо еще что-то с этим делаем. Это вот если работа связана конкретно с созданием контента. Вот, могу неделю не снимать контент, там, использовать запасы или вообще ничего не укладывать. То есть в основном по настроению. Но во все остальные процессы в компании вы не погружаетесь? Погружаюсь, но это уже происходит, например, сейчас у нас раз в неделю созвон на несколько часов, где мы все обсуждаем, ставим планы и так далее. У нас офис находится в Новосибирске, я там, соответственно, не приезжаю туда и не узнаю, как дела. У нас есть директор, который занимается уже работой с людьми непосредственно. Но в этой части раз в неделю созвон. Ну и параллельно какие-то обсуждения с маркетологами и так далее. В плане того, например, какие делать промо в Инстаграме, какие промо делать в сторис, что у нас там еще, что нужно снять. Например, иногда нужно снять какой-то короткий, определенный там бесплатный урок или еще что-то вот такое. Звучит так, как будто вы уже отошли от дел. Возможно. Есть не то, что такое отошла. Ощущение? Я просто понимаю, что сейчас выгоднее всего для нашей компании, когда я, возможно, вот в таком формате, можно сказать, отошла от дел. Но когда я полностью погружена в продвижение нашей компании в социальных сетях. Я пытаюсь понять, почему вы не погружаетесь в бизнес или вас туда не пускают? Вот что происходит? Такое ощущение, вот какое-то странное складывается. То ли вам не дают туда влезать, то ли вы сами не хотите туда влезать. Это же ваш бизнес. А вы при этом снимаете курсы. Да,
Вы финансовые отчеты вообще смотрите? Конечно. Вы же владелец. Да. Мнений не дают. Все прекрасно контролируется. Просто, наверное, сейчас, так как есть люди, которым я очень сильно доверяю в плане управления, я понимаю, что лучше точку фокусировки конкретно моей переместить немножко на другое. Если вы видите сейчас каких-то блогеров, каких-то тиктокеров и так далее, вы понимаете, что они очень хорошо зарабатывают сейчас. Но, тем не менее, их точка фокусировки — это их самая сильная сторона. Это именно создание контента. Я сейчас иду по такому пути. Возможно, через какое-то время я поменяю свои мысли и буду действовать по-другому. Сейчас я понимаю, что если я все свое, всю энергию, все внимание и так далее именно пущу в создание контента, то это будет самый быстрый рост. А для чего вообще вы делаете вот этот бизнес? Для чего? Для саморазвития, для самоудовлетворения или чтобы заработать деньги? Что важнее? Во-первых, потому что я получаю от этого удовольствие очень большое именно от процесса деятельности. Я получала его изначально, когда начинала вести живые мастер-классы. Я понимала, что когда ты приходишь, у тебя группа людей, я изначально ориентировалась на тех, кто вообще ничего не умеет готовить, и ты делаешь с ними торт, и у них что-то получается, и они вот этот торт сейчас понесут домой, и у них вот такие глаза, то, что ты сама это сделала, они просто в шоке и так далее. Это очень большая эмоциональная связь, возможно, в какой-то сфере даже зависимость. Возможно, кстати, если бы у меня не было такой зависимости, я бы ушла бы в бизнес-бизнес. А сейчас это отзывы другие. Это, опять же, как я сказала, когда я делаю какой-то дизайн, меня, ну, не копируют, а вдохновляют со мной. Когда мне пишут вот такие отзывы о том, что там вот женщина там была на какой-то работе, которую она не любила, потом поменяла жизнь, посмотрела на меня, поучилась, и там, и все получилось очень хорошо. Такого пишется очень много, и это реально является каким-то мотором внутри, это классно. Естественно, это финансовая составляющая, но я не могу сказать, что прям вот только ради этого. Потому что если бы я там ориентировалась именно на деньги и не хотела именно работать, я бы, наверное, пошла бы по другой немножко дороге. По какой? Вот. Ну, по дороге просто симпатичные девушки, которые выходят замуж. И как бы все, и не парятся по поводу работы. Я понимаю, что, ну, это не совсем интересно. Поэтому, да, конечно, деньги — это, я не думаю, что нужно этого стесняться, это круто, когда ты зарабатываешь. Даже не в плане того, что ты можешь себе что-то купить, а в плане того, что это определенный масштаб твоей деятельности. Сейчас я могу там вкладывать в создание каких-то роликов, создание контента большое количество денег, которые я сама заработала. Мы вот купили там за 240 тысяч объектив, например. Я ходила радостно. Я понимаю, что если бы я не зарабатывала деньги, я бы не могла это вкладывать. Либо мы покупаем технику для кондитерской именно, классную. Я понимаю, что, блин, это так круто, что вот у меня есть возможность именно реинвестировать эти деньги. Кстати, про зарабатывать. У вас же больше 1 000 000 подписчиков в Инстаграме. Вы зарабатываете только на слушателях курса или реклама тоже? Только на... Ну, сейчас, на данный момент. Просто я не против рекламы хорошей. Если бы ко мне пришел какой-то... Если бы ко мне пришла компания, которой я пользуюсь, которой я знаю, что она классная и так далее, я бы с удовольствием бы ее прорекламировала. Пока таких предложений не было, поэтому, ну, как бы то, что мне интересно, я не рекламирую. Вот. И так получается, что, ну, но не было контракта. Вокруг предлагают? Ну, предлагают, да, но не очень меня это интересует. Какую самую крупную сумму вы тратили на личное потребление? Если мы говорим про одну покупку, то это машина, наверное, моя последняя. Вот. 16 000 000 рублей. Что за машина? Audi RS Q8. Вы вообще много тратите на себя? Ну, наверное, да. Вот. Ну, наверное, 50/50 с собой, себя и родители, потому что, если мы говорим про вторую крупную покупку, а нет, первая крупная покупка на самом деле это была, потому что это чуть дороже, чем моя машина, это дом в городе, откуда я, для родителей, дедушки. Вот. Это было в том году. Это покупки... Это машина родителям на Новый год, был подарок. Ну вот, и ну, там моя машина уже тоже вписывается. Вот, но в целом для комфортной жизни просто.
то, что нужно девочке. К сожалению, девочке в Москве нужно много для комфортной жизни просто, потому что это там зал, косметика, там вот все такое, маникюр, покушать где-то вкусно, хорошо. Вот. На что-то еще, кроме потребления, вы тратите деньги? Ну, я не имею в виду инвестиции в бизнес. Если мы говорим не про инвестиции в бизнес, мне бы, конечно, очень хотелось сказать сейчас, что на образование я трачу, но сейчас я учусь только онлайн, то есть я покупаю другие курсы, потому что нет возможности учиться офлайн. Есть обучение, на которое я бы очень хотела поехать, оно стоит, по-моему, 15 тысяч евро. У меня есть возможность тратить на образование больше, я бы с удовольствием это делала, но нам не позволяет мир сейчас, к сожалению. Вот. Потому что обучение все классное, крутое, куда я хочу, оно за границей находится. А вы вообще хотели уехать из России совсем? Не знаю на данный момент. Я очень люблю Москву, мне очень нравится здесь жить. Я считаю, что это комфортный город. Я не была в Америке, я думаю, что если мы говорим про переезд, то это только туда, потому что там очень сильно развивается бизнес, и я понимаю, что находясь там, общаясь с теми людьми, ты можешь вырасти очень сильно в плане бизнеса, появляется больше понимания, как и куда двигаться. Я там не была, поэтому я не могу сказать. Возможно, я туда съезжу и скажу, что я никогда туда не поеду. Возможно, я приеду туда, поживу там пару лет, вернусь обратно. Может быть, я туда приеду. Как получится. Пока что я не загадываю, мне очень комфортно здесь. Что вы вообще думаете про ситуацию в России? Вам нравится? Не все. То, что происходит. А что не нравится? И что нравится? В плане ведения бизнеса мне комфортно. Я понимаю, что есть очень легкий старт. Я смотрела у вас интервью с Овчинниковым Додо Пицца, и он сказал, что у нас здесь открыться легче всего, чем в других там странах. Я с этим согласна. Но помимо этого у меня еще есть родители, у меня еще есть бабушки, дедушки, у меня есть знакомые, друзья, которые не владельцы бизнеса и которые не зарабатывают хорошо, которые, ну, обычные наемные сотрудники. И я понимаю, что очень сложно живется многим, к сожалению. Бедность. Да. И я понимаю, что, ну, как бы я не могу ничего с этим сделать, и от этого очень грустно. Да, там, это пенсии, это пенсионный возраст, это зарплаты даже, которые были там всю жизнь у моей мамы и у моего папы. Вот. А кто самый лучший предприниматель? Как вы думаете? Ну, кто вам нравится? Почему-то, когда вы задаете такой вопрос, то сразу все люди уходят из головы автоматически. У меня был период в жизни, когда я очень сильно следила за предпринимательским миром. Очень сильно. Я смотрела все интервью, я все изучала, я углублялась во все сферы. Это закончилось, наверное, полтора года назад. И тогда я бы вам с легкостью вот так вот сказала, человек 10, сказала, блин, вот они молодцы и так далее. Самый лучший предприниматель конкретно вот этот по таким-то причинам. Сейчас, может быть, из-за того, что я от этого немножко отошла, я не могу никого вспомнить. Но есть ребята, которых я могу уважать в России, например. Это Skyeng, это Додо Пицца. И так далее. Мне кажется, очень круто, что у нас в России есть такие проекты, которые становятся такими популярными. Вот это гордость. И я понимаю, что это мотивирует очень сильно. Сейчас, конечно, очень модно говорить про Илона Маска. Не знаю, я не очень сильно углубляюсь в его биографию, в его жизни, если честно. Вообще, ваше поколение отличается от более старшего поколения чем? Я думаю, однозначно. То есть, если даже у меня люди, которые находятся в управлении, директора, они... Там у нас разница примерно 10 лет. Мне 23, им там 32, примерно вот так. Я уже чувствую очень большую разницу, огромную разницу. Я думаю, что с поколением Илона Маска, конечно, там еще больше отличается. Конечно, есть большие различия, но хорошо и здесь, хорошо и там. Я думаю, что именно когда происходит симбиоз вот этого, получается классный продукт. Потому что, я думаю, молодое поколение, оно больше
немножко не цифрами мыслит, а в облаках летает и очень быстро генерирует классные идеи. А более взрослое поколение нужно для того, чтобы это все подсчитывать, это все утрамбовывать и приводить к какому-то общему знаменателю и делать таблички. Вот такое. Поэтому, вот, собственно, как я работаю. А есть что-то, что вы не принимаете в предыдущих поколениях? Конечно. Не то, что я не принимаю, я просто знаю, что это не так. Например. А они пока что это не понимают. Например, у меня есть двоюродная сестра, и она сейчас заканчивает школу. И ее родственники, мои, соответственно, тоже родственники, ей встраивают то, что самое главное, это то, что она должна закончить университет. Я не говорю, что это не так, я не против университетов, это действительно важно. У меня просто была другая ситуация. Но они, ну, у них перед глазами я как пример, и они, говоря на меня, говорят то, что это все временная история, блогеры не бесконечны, вот это все когда-то пройдет, даже не понимая сути того, что я делаю, не понимая процессов, не понимая, откуда вообще я беру заработок и так далее. То есть это у прошлого поколения есть большой страх поверить, что все может быть по-другому. Они боятся этого, они живут в своих рамках, и им реально страшно посмотреть куда-то еще. У меня у папы такая проблема, у мамы нет. Мама мне всегда говорила, все, типа, давай, все будет супер, делай, что хочешь. У папы была такая проблема, когда я уходила из университета, он со мной не разговаривал. Он очень долго сопротивлялся этому, он очень долго говорил мне, когда там, вот, надо поступать в университет, потому что ты наиграешься в тортики в своей и там захочешь на нормальную работу устроиться и так далее. То есть это огромные рамки, которые... Они не виноваты в том, что они у них есть. Просто нужно больше, наверное, смотреть на молодое поколение, которое более юркое в этом плане. Юркое. Ну да, мне кажется. Ну то есть да. Молодое поколение, я думаю, чем ты моложе, тем больше ты можешь учуять вот эти моменты, которые могут принести тебе успех. Я начала печь торты в 17 лет. Кто бы мог подумать, что можно на этом зарабатывать хорошие деньги? Просто случайно. Тогда особо никто и не пек, на самом деле. Просто я такая, так, может быть здесь. Я попробовала, у меня это получилось, я начала дальше это развивать. Если бы у меня были рамки, я бы и не пошла это пробовать. Я бы пошла по более там, понятной схеме, понятному пути. Нам вообще все говорили, вы что, типа совсем? Кто будет у вас рецепты за деньги покупать? Вы загуглите, у вас будет миллиард рецептов. Кто будет за это платить? Вам даже там какие-то небольшие деньги. Есть такой, такой аргумент, да. Ну, вот. А мы не могли ничего сказать, потому что мы сами не знали. Но если бы мы тогда в это поверили и не попробовали, я бы не сидела здесь. Ну, рецепты где берете вы их? Сами разрабатываете? Есть, ну да. Есть просто... Технологии базовые, то есть рецепт, он же не берется там просто из ниоткуда, знаете, намешали и все. Есть база, от которой уже ты отходишь, заменяешь какую-то часть ингредиентов, например, там, чтобы из обычного бисквита сделать миндальный бисквит, ты определенную часть заменяешь на миндальную муку и так далее. То же самое с кремами. Они все уже придуманы по факту, и они все прописаны французами. Это базовые, да, там рецепты какие-то. Дальше это все уже методом изучения, но если ты, опять же, понимаешь химические процессы, для тебя не будет сложностью что-то поменять на что-то и получить что-то новое. Ну, например, если ты варишь там смородиновую начинку, ты не можешь просто смородину заменить на клубнику и получить клубничную, потому что в смородине очень много пектина, в клубнике его практически нет. Если ты это знаешь, то ты можешь правильно контролировать соотношение ингредиентов и сделать уже клубничную начинку. Вот так. Хорошо. Все, вы меня заморочили с клубничной начинкой. Извините. Я размечталась про клубничную начинку. Давайте последний вопрос. У каждого героя есть цель, враг и суперсила. Расскажите про ваш. Цель. Цель, наверное, сейчас, ну, если мы говорим более так розово и воздушно, это самой быть счастливой и делать счастливой большое количество людей. А более приземленно? Более приземленно – это создать крутую компанию, которая будет конкурировать на международном рынке. И которая, опять же, будет позиционировать нас, наших кондитеров, как крутых кондитеров. Враг здесь, наверное, в голове тоже, потому что не всегда
получается с собой договориться, и чем ты, казалось бы, взрослее и должен больше себя понимать, тем больше бывает каких-то эмоциональных спадов. Не скажу, что депрессия — это слишком громкое, мне кажется, слово, но тем не менее такое бывает, особенно когда у тебя непонятно, какой путь будет дальше, и не было понятно никогда, и ты сам как бы должен его выбрать себе, понять, что делать тебе конкретно сейчас, что в дальнейшем принесет тебе результат. И здесь очень сложно или определиться, или вообще выбрать, куда ты дальше идешь. И на этих этапах бывают такие эмоциональные спады очень сильные. Поэтому вот это, враг живет в нас, и надо с ним просто договориться, чтобы он вам помогал только. Третье. Суперсила. Я думаю, что это... добро в глобальном смысле. Но сейчас объясню, что именно я под этим имею в виду. Я работаю только с теми людьми, которые не имеют жесткой корысти, которые не могут предать, которые, скажем так, которые честные, у которых добрый вайб, скажем так, которые хотят вот этим заниматься, чтобы было всем лучше, которые не будут обманывать, не будут красть, врать. И когда ты окружаешь себя такими людьми, ты понимаешь, что вы действительно создаете классный экологичный продукт. Был просто такой момент, например, в моей жизни, то, что я знала человека, который переходил из одной онлайн-школы в другую и ушел со всеми базами. И, ну, собственно, во второй онлайн-школе сказал: «Привет, я с базами, возьмите меня, давайте работать вместе». И мне тогда было вот 19, мы только там начинали работать и так далее, и я сидела с ребятами, говорю: кстати, вот он оттуда тоже ушел, нам не надо такого человека. И на меня посмотрела моя команда и сказали: типа, ты что, совсем? Таких людей в команде быть не должно. То есть все должны быть супер честными, добрыми намерениями. И когда ты окружаешь себя такими людьми, вы вместе делаете что-то хорошее. Потому что когда ты делаешь что-то из корысти, обманывая кого-то, еще что-то, у тебя не будет это в долгу играть. И ты не будешь от этого счастлив. Вот что я думаю. Спасибо. Спасибо вам большое, что позвали.